Так, ну что я хочу сказать. Микрофон у меня все-таки что-то с ним проблемки. Придется, наверное, покупать новый, либо я не знаю. Вот, так как вы слышите меня только в левое ухо или в правое, я не знаю. Ну, почему-то я когда зашел на запись посмотреть, то я себя услышал только, к сожалению, в левое ухо. Вот, не знаю, с чем это связано, видимо, ну, все-таки с микрофончиком. Да. Вот, ну, такая вот фигнюшка. Так что давайте сейчас уже, наверное, доиграю чуть-чуть. Конечно, не очень приятно слушать только в левое ухо. Вот, ну, придется уже разобраться раз и навсегда с ним и больше ничего не мудрить. Так. Так, а кто нам по животным нужен сейчас? Носорог. Так, тигр. Рыба. Медоед это само собой. Бумажник. Стоп. Можно носить сумму. А, до 2 миллионов. До 2 миллионов. Эх, ну 2 миллиона нам особо не нужны, но вот гранатки нужны. Так что давайте сейчас посмотрим, где у нас тигр этот. Тигр. Тигр где? Тигра. Где тигра? Не вижу тигра. Во, смотри, тут быстрое перемещение есть. Давайте переместимся ради прикола. Что из этого будет? Ну, микрофон у меня, видимо, ну, не гнездо, а вот птичка, так скажем, та часть, которую нужно вставлять в компьютер, она у меня погнулась. Видимо, я потянул за провод, ну, провода какие-то длинные. Так, а что тут у нас? Офигеть. Продавать будем сейчас. Так, нормально. Так, покупаем бронежилет. Пистолеты. Пистолеты, что с ними делать? А, ну колокольни надо освобождать. Это все само собой. Так, а уникальное у нас что есть? О! Шестой уровень кармы. Офигеть, а какой у меня сейчас уровень-то? Ну, карму будем... А нафига он нам нужен? Он какой-то слабый, по-моему, нет? Ну, ладно. Боеприпасы для ПП покупаем. Снайперская покупаем. Штурмовая есть. Так, подождите, а у нас там... По-моему, по предмету, по изготовлению можно носить. А, вот. Средняя сумка для патронов, для пистолета, ПП, для винтовки и пулеметов. То есть, видимо, мы сможем носить больше этих. Рюкзак. Кобура. Не, вот это надо. Так, ладно, сейчас давайте выйдем, глянем, что у нас там наружу, поверх. Как где тут выходить-то, ёпарасы-то, вот, наверное. Раз там враги. Вообще, где я, не понимаю. Эти парни в капюшонах быстрее и опаснее солдат видно. И говорят с узбеком. Намасте. А, это охотники, он про охотников. Так. Так не пойдет! Не-не-не, мы можем это есть! Чё-чё-чё-чё-чё? Тут можно пострелять, видимо. Жизнь кончена! Не, подожди. Так, чё мне надо? Чё я хоть? Чё я хоть? А, да, вышку, наверное. Вот, себя подстроить нужно. Так, нам... Блин, тут дороги-то не видно нифига, наверное. Да, придется так, вслепую ехать. Как доехать-то до неё, реально? Так, ну тут, в принципе, видно. Вот, надо...
Блин, а как? А, все, я понял, надо назад так развернуться. Так, а тут не проехать, да? Да. Ладно, придется тогда вот здесь. Может, медоеда заметил? Прошу прощения, говорю, за звук такой корявый. В левом ухе. Так, и у меня в левом почему-то так отображается. Обязательно надо это исправить. Как-то. Не знаю, с чем может быть это связано. Но явно, наверное, с микрофоном, потому что у меня периодически вырубается. Будет шикарно, если тут медоед на этой вышке будет. Ой, не на вышке, а ну, появится из зверей. Что-то зеленых листочков мало вижу я почему-то. Раньше было. Полно вроде было. Так, я правильно еду? Да, сейчас направо. Во, все, приехали, да? Ё-моё. С ума сойти. Вроде отвалили. Собачка, вот тебе зеленый листочек. Ладно, давай здесь остановимся. В голову. Только не говорит, что меня сейчас прибьют здесь. Два офигели? Офигеть, с ума сойти. Там еще грузовик едет какой-то сраный. Волков до хрена просто. Офигеть. Да ёб... Блин! Не, ну ёб твою дивизию! Ну это вообще уже не смешно. Ну чё это такое? Ну откуда? Как? Это нереально их всех перебить здесь. Ну реально, но это капец, сколько патронов надо потратить. Ссаных, капец. Блин, шикарно вообще все заново. Кстати, блин, я, наверное, ничего не купил, да? Ничего не сохранилось. Эти парни в капюшонах. Офигеть! Я просто в офиге, можно так сказать. О, это вышка сраная. Так. С ума сойти просто. Гранат всего одна. Че, волков буду с гранатой что ли мочить? Можно, в принципе. Нам даже волки... А, вот, смотрите. Будем давить их сейчас. На этой тачке. На той не будем. Там открытый верх. Там вообще даже верха нет. Ну чё, волки, идите сюда. Музыка такая еще в тему сейчас будет, да? Так, а нам тут проехать надо, да, по-моему? По-моему, зеленый листик был. Ну где псарни? Вот они. Может, нам тут и не надо? Да не надо. Мы мимо проедем, все. Меня, наверное, незаметно просто. Чё сдаваться? Ты, блин, остановись, поговорим. Чё ты, я не знаю, куда ты поехал? Объявление от Министерства внутренних дел. Ладно, будем... Будем смотреть, как туда можно залезть. Так, а тут рыба должна быть, да?
где рыбка-то? Бляха, муха. Волков до хрена просто. Мы будем искать подступ к этой крепости. Не хочу с волком. Там, походу, надо зайти как. Стоп. Мы пока не будем стрелять. Ты уже мой, подонок! Какой волк? Ну, какое-то мясо тут вообще происходит. Вот как надо было. Блин, можно было и повыше, кстати, зацепиться. Нормально. Все, сейчас на разборки пойдем. Где? Сраные эти. Да кто там палец сверху? А, сверху засранец. Сейчас он полетит, смотрите. Не полетит, подождите, надо. Отвернулся, да? Тут еще есть. Там, по-моему, да, нет? Нет, больше никого, наверное, надеюсь. Сейчас подойдем к нему. Засек, что ли, или что это такое значит? Течка. Живая змея, что ли, еще? Ладно, давайте как тут побыстренько заберемся с нашей супер пушечкой. Че он ее постоянно меняет? Достает. Понятно. Уж я что-то нажимаю. Да не похоже. Круто, тут лесенка есть. Так, дальше. Бляк ты, муха! Че я сделал? Да вы гоните, а? Где ты? Объявление от Министерства внутренних дел и социальной гармонии. Сейчас разберемся. Полиция желает не раз только добра. Он трудится ради будущего этой страны и многих предыдущих поколений. А Золотой Путь хочет уничтожить все плоды его труда. Все, полетел вниз, да? Че, калаш? Ну-ка. Не, подожди, а все, мы с ним собрали все, да? На нижний. Так, это СВД, да. Все, так. Нажимаем. Пятая колокольня. Мастерская Витба. Витбхата какого-то. Заброшенный пруд. Ну там, наверное, будет это самое. Рыба-то. Дом семьи. Круто. Так, ну что, теперь в магазине. Блин, санье, а я купил уже. Ну ладно, что такого подумаешь. В офигели, а. Шикарно, что я могу сказать. Навыки. Навыки у нас есть. Урон от огня. Что тут? Так, а это что? Слоник. Во время перемещения.
Больше урона, отчет точность стрельбы на вскидку. А что тут у нас? Тут задания какие-то. Лонгина позволяет пережать все оружие быстрее. Хм. А я вроде завершал уже задание. Понятно. Что, разберемся. Так, тут этот алмазик еще. Тут что? Там где-то не знаю. Погнали вниз. Кстати, что по карте-то у нас? Давайте. Вот он, тигр. Ого! Неплохо. Что могу сказать? Блин, а что тут? Волки и тигры только. Да вы офигели. А вот эти кабаны, свинья. Так, куда нам сейчас лучше? Да. Можно спуститься? Можно? Я имею в виду, там машинка. Будет, будет тут машинка. Блин. Ну ладно, пофиг. О-о-о-о-о-о-о! Подождите, у нас топирчик по изготовлению. Вот он. Инъектор. Топир. Так. Я говорю, их легко достаточно достать. Топиров этих. Так. Всё. Теперь нам нужно... Блин, нам нужен тигр, это по-любому. Но... Почему сейчас нельзя быстро А, ну, типа... Да, кстати, почему нельзя... Вот смотрите, очень интересно, почему нигде я не вижу здесь быстрого перемещения. То есть, вот тут. Почему? Не понимаю. Ребят, объясните. Вот тут есть. Почему-то непонятно. Так. Так, ну все. А, да, так, ну что, перемещение. Ну нам. О, медоед! Да вы гоните, как я его не заметил? Или. Все, какой нафиг уссурийский? Бедный тигр. Или какой он не уссурийский, что я несу? Так, медоед! Надо к нему идти срочно. Просто вот так вот там какой-то. Ну ладно, не будем. Нас в этой игре машинки не особо интересуют. А нас больше интересуют шкуры животных, а также оружие. Да вообще шикарный. Так, 400. Так, а тут дельтаплан. Ну что, долетим, как думаете? Так, куда он... А? О, красный цветок нам нужен, кстати. Нам нужен это для... Красный лист, да, есть. Эффект. Да, эффекты особо не нужен, нет, я так уже нечего делать. Так покажи, на что способен. Да уйдите вы нафиг, мне он... А, нам же карму нужно проходить тоже. Ладно, не суть. О, до медоеда уж почти добрались, офигеть. До тигра бы еще быстрее. А, не, не совсем. Совсем так быстро добрались. Ладно, давайте смотреть, что у нас там по листочкам. Иди в жопу. Ну, ладно, вы что, не отвалите меня? Все, все, уже нормально. Так, тут какое-то место. О, все, осталось 130 метров. Ты что, ссаные лаги, откуда они взялись? Да это все нормально было. Ладно. Вот, он недоедет. А чё это какие-то странные управления? Так, все, что ли, я достиг цели, нет? Да. Теперь осталось его найти. Это самое сложное. Я даже не уверен, что я его найду. Вот он. Ну-ка, если мы... Извини, Зверёк, ты очень милый, реально. Но... А, чистая, даже две шкуры нам дадут. Круто, можно было и того так с это, навыки изготовления. Все, недоедики, теперь я вас уставлю в покое. Ура, теперь мы можем прям сразу же, блин, жалко зверька, он достаточно симпатичный, но
Все, мы больше не будем трогать, и плюс нам очко навыка дали. Будем качать все. Все, что только можно. Так, и нам нужно по навыкам, ой, по изготовлению теперь все, одно выполнили. Вы шикарно. Носорог. Теперь нам нужен, во-первых, тигр. И, по-моему, еще нам нужен вепрь. Да, вепрь. Ну, то есть, кабан, типа того. Все. А это, я не знаю, что это для стрел. Но мы этим вроде не... И вот топирчик нам один нужен еще. Тут его нет, кстати? Нет, тут его нету. Все, шикарно, друзья. Вот там надо глянуть. Так, в принципе, давайте тогда переместимся вот сюда. Ну-ка, посмотрим. Шикарная карта, посмотрите. Ну, тут еще дофига, конечно, разных мест. Вот крепость меня интересует. Тоже, но это отдельная прям серия. Она же... А, вот как быстро перемещаться. Надо подальше просто. Ну, все равно не очень-то круто придумано. Ладно. Это кто у нас? А это... Чё? Хёрка. Хёрка. Не очень приятное имя, наверное. Так, подождите. Ну все, давайте посмотрим, все ли мы здесь забрали. Так. Да, все, забрали. Ладно, идем. Идем в вот сюда. Да. Интересная достаточно игра. Мне нравится. Помню, зависал над первой игрой, как шикарно тогда было. Но уже первое не то, там чистая кампания. Я никогда не любил выполнять дополнительные задания или что-то прокачивать, но, ну, я имею в виду давно, еще раньше. Ну, а сейчас я, конечно, не против. Медоеда можно продать, но пока что шкуры будем оставлять. Красный лист. Так, а тут, в принципе-то, и нечего продавать особо. Желательно резинка, можно и пожевать. Зеленый лист. Так, а чё нам? Да нам даже нечего продавать, нам нужно срочно изготавливать этих всяких, как их там, 15, да, животных. Так, и купить. Так, броник покупаем, бронежилет, а оружие. Так, оружие можно взять. Вот он, калашчик, калашник или пулемет. Что лучше? Пулемет как-нибудь. Слушайте, может пулемет реально взять? Ну-ка попробуем. А что мощнее, надо глянуть. Че, завис, что ли, или что? Урон одинаковый. Точность пулемета больше. Калаш! Блин, мы калаш все этот сделали. Какую ячейку-то использовал? А, ну давайте посмотрим на наш калашник. Потом обязательно попробуем пулеметик, потому что пулеметик гораздо... По мощности такой же, но по точности гораздо выше. Так, сейчас нам надо отойти отсюда. Просто что, мы калаш зря раскрашивали. Мне, в принципе, эти валюты игровую не жалко. Да в нем ничего особенного, заметьте, да? Вот. Ну ладно. Мы на время прекратим играть в эту... Точнее, мы на время завершим... Как сказать? Давайте прервемся. Скотина, как сказать? В общем, в эту прекрасную игру попозже зайдем. Так, нам кармы осталось совсем чуть-чуть. Так, и следующее задание нас вот здесь. Так, секунду, нам нужно... Ну ладно, да. Всем давайте удачи, всем пока.